Всем привет, с вами Катя Акёва. Давайте подумаем, чем же мы можем заняться на карантине. Например, мы можем купить холсты и заполнить их своим творчеством. Мы можем, знаете, что сделать? Мы можем спеть вместе, научиться играть на каком-то инструменте. Мы можем выучить несколько языков. Мы можем все. Научимся чему-то новому. Да. Танечка плачет, в который раз она роняет в речку мячик. Она решила, будто все в жизни плохо, но в кармане плеер в левое ухо. Пульсом бьет, 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 пульсом бьет, пульсом бьет, это сезон танцы бакать. Пульсом бьет, пульсом бьет, пульсом бьет, пульсом бьет. Of course.